Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено в связи с распространением коронавируса. Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования. Голосование планировалось провести 22 апреля. Обращение президента начали транслировать российские телеканалы, в том числе «Россия-24». На данный момент в России зафиксировано 658 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 29 человек уже выздоровели. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса. Пока это все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только вы можете найти на сайте mymsk.online. Всего доброго!